зовут Марченко Вероника. Я учусь в детской школе искусств номер 6. Учусь я у преподавателя по гитаре Юрия Владимировича. У Юрия Владимировича мне нравится заниматься, потому что он веселый, жизнерадостный. У него очень интересно, и он всегда в форме. А мне сказали мама с папой, что лучше заниматься каким-нибудь искусством, например, музыкой. Я захотела на музыку. И я хотела заниматься гитарой именно, потому что там именно 6 струн, и на гитаре занималась моя тетя и занимался мой папа по гитаре, когда ему было от 10 до 15 лет. В конкурсах мне не очень нравится выступать, потому что мне неудобно выступать на публике. Я стесняюсь выступать одна, но с другим ансамблем, с другим инструментом мне вот лучше сыграть, потому что я не одна на публике. А еще я бы хотела сыграть с Юрием Владимировичем.